продовжуємо інформаційний вечір на каналі «Маріупольське телебачення» у прямому ефірі проєкт «Маріуполь онлайн» в студії Анна Дорохова. Вони працюють в режимі 24/7, без вихідних та в усі свята, аби їхні читачі мали можливість отримувати оперативні та цікаві новини. У вересні 2016 року на базі нашого телеканалу було створено міський портал «МРПЛ Сіті», який сьогодні святкує свій перший ювілей. Спочатку подивимося сюжет про роботу іменинників, а після запитаємо у них, як за такий короткий термін їм вдалося увійти у топ регіональних інтернет-ресурсів та збирати багатомільйонні перегляди. Тож, увага на екран. Інформаційні матеріали, резонансні події, аналітика, думки експертів та оперативне висвітлення подій у Маріуполі та регіоні. Саме такий контент своїм читачам надає міський портал МРПЛ Сіті. 5 років його очолює Володимир Селіванов. Розповідає, для нього одне й те саме. По більшому счету для мене МРПЛ Сіті і Маріуполь – це моя нова сім'я, моя нова життя. Мои новые увлечения, хобби, все, что связано с городом и сайтом, я даже не разделяю. Мы отлично знаем своего читателя. Мы хорошо работаем с аудиторией. Мы сделаем только новостной контент. Если хочешь знать новости, нужно читать МРПЛ Сіті. Над створенням якісного та різноманітного контенту працює команда професіоналів. Редактори, журналісти, адміністратор – усі вони цілодобово слідкують за подіями у Маріуполі та регіоні, знаходять цікаві історії та публікують лише найважливіше. Зараз просмотри в місяць складають около 3 мільйонів. Більше всього цікавить, звісно ж, комунальна сфера, ДТП, кримінал і також різними ексклюзивними матеріалами, які є на нашому сайті, яких немає на інших ресурсах. Тут можна оперативно подавати новини, фактично одразу ж, коли події відбуваються, ми пишемо новини, і наші читателі буквально через вичерпні хвилини можуть отримати якісний перевірений контент. Інтернет-портал пропонує своїм читачам різноманітний контент. Окрім стрічки новин, тут є блоги та афіша подій у місті. Все интересное, что по городу, ну, привлекает меня, допустим, как человека, который интересуется, куда можно пойти в выходные или просто вечером, так кино, спортивные мероприятия, какие-то там концерты, ну, все, весь такой развлекательный контент я собираю в этом разделе. У редакції сайту запевнили, команда й надалі старанно працюватиме під гаслом «За свободу поширення інформації та її достовірність». 5 років – це лише початок великого шляху, і попереду ще багато справ та ідей. Для нас важливо, щоб редакція була конвергентною, тобто щоб журналіст мог написати новость і на сайт, і смонтувати сюжет в телек, зробити тік-ток, зробити пост для соціальних сетей, і ми вже плавно, но уверенно движемся к этой цели. Благодаря цифровой редакции мы захватываем социальные сети. Да, у нас куча подписчиков в Инстаграме. И у нас, это моя гордость, там за несколько месяцев у нас уже почти 6 тысяч подписчиков в ТикТоке. Это абсолютно другая аудитория. То есть наши стандартные новости туда бы не зашли. Но благодаря редакции сайта, благодаря нашим диджитальщикам мы находим пути и находим отклик у аудитории, которая сидит в ТикТоке. Шановні телеглядачі, ми, як завжди, працюємо для вас наживо, тож ви маєте можливість приєднатися до обговорення. Із запитаннями та зауваженнями телефонуйте за номерами 068 0629 30 та 098 0629 098. І сьогодні до студії завітали наші колеги. Це Володимир Селіванов, головний редактор департаменту інтернет-проєктів МТВ, Юлія Франжева, заступниця головного редактора сайту МРПЛ Сіті та кореспонденти сайту Анастасія Руденко та Ярослав Герасименко. Усім добрий вечір. Ну, для початку також хотіла б вас привітати. 5 років, зрозуміло, що це початок дійсно такого великого шляху, але за цей час вам дійсно є чим пишатися і, власне, про ваші досягнення будемо сьогодні говорити. Розуміємо, що такий формат роботи у прямому ефірі для вас є дещо новим, адже ви звикли працювати поза камерою. Але ж дійсно у вас сьогодні ювілей, і це чудова нагода познайомити наших телеглядачів із людьми, роботу яких вони щодня читають на сайті. Пане Володимире, одразу бачу, що ви взяли до себе мікрофон. Пропоную розпочати з вами, але в жодному разі.
Вже 5 років свого життя ви присвятили сайту, очолюєте його з моменту його появи, і, як ми почули у сюжеті, після цього ваше життя дійсно кардинально змінилося. Це правда, адже до цього ви жили та працювали у Донецьку, а, зокрема, з 2005 по 2014 роки ви очолювали прес-службу такого великого відомства, як Донецька залізниця. Потім у вашій долі з'явився МРПЛ. Розкажіть, будь ласка, як саме це сталося? Ну, є багато поговорок. Було б щастя та нещастя допомогло, да? Я не ожидав, що, звісно, буду в Маріуполі жити, що мене пригласять в Маріуполь як менеджера для того, щоб організувати роботу сайту. Коли я приїхав в Маріуполь, вже Ярослав Герасименко немножко вже починав роботу на сайті як адмін. Он немного тестировался, но еще был закрытый полностью, еще только лишь были первые шаги. Для меня, конечно же, это было полностью изменение образа жизни, мышления. То есть, если я был, занимался пиаром, то здесь надо было совсем другая работа. Я этому очень рад. Я это воспринял как вызов для себя. Я это очень люблю. У меня склад спортивная, скажем так, ума. Я люблю новые какие-то свершения, достижения. И новое предложение, которое я получил, оно было сопряжено еще с многими событиями в моей жизни, да и в моей жизни нашей страны и региона. Я это воспринял как вызов, повторюсь. И для меня было важно, в первую очередь, для себя сформировать команду, организовать работу и создать тот продукт, новый продукт, которого еще не было в городе. И все, что мы делаем эти 5 лет, все вместе делаем, тяжело делаем и очень скрупулезно, набивая шишки, споря друг с другом, конфликтуя друг с другом. Все это, конечно, ради того, чтобы ресурс нравился читателям. Які головні цілі та завдання сайт ставить перед собою? Ну, в першу чергу, це, звісно, щоб читатель був удовлетворен. Щоб він отримав ту інформацію, яку він хотів. Отримав відповіді на ті питання, які він відкриває, коли відкриває сайт. Тобто, узнати те, що відбувається в місті. Головне, це для мене, як нового людина в місті, показать, узнать город. Ведь многие жители Мариуполя, не боюсь этого слова, не знали, какой у них прекрасный город. Как он живет, как он развивается, что есть нового. Убрать весь этот негатив, с которым мы жили. То есть показать, что жизнь на самом деле как радуга. Есть очень много ярких, приятных вещей. Есть очень много талантливых людей, которых просто никто не знает. События, которые проходят в городе, в каждом дворе, или какие-то выставки. То есть это все нужно, чтобы жизнь многогранна и интересна. И это была основная задача и философия нашего сайта. И она остается до сих пор. Чтобы показать всю многогранность палитры нашей жизни. Что она соткана больше из положительных, позитивных моментов, которые нужно ценить, любити і, звісно ж, дорожити цим. Цілком згодна з вами. Юлю, що входить до обов'язків заступника головного редактора, над чим працюєте саме ви? К роботі, хоча у нас лента починається з 9 часов, я приступаю по собственному желанию гораздо раньше. То есть я мониторю с утра все возможные мессенджеры, сайты, выпуски новостей для того, чтобы запланировать задания для наших журналистов, и лента с самого утра была наполнена интересной, важной информацией. После этого мы с журналистами совместно обсуждаем темы ленты, и некоторые темы мы отклоняем, если считаем, что они недостаточно интересны для аудитории. Самые интересные темы попадают в ленту новостей MRPL City. Естественно, при постановке задач нужно сделать необходимые акценты, подсказать журналистам,
Какие вопросы следует задать? Кому можно обратиться, чтобы наиболее полно, объективно, интересно подать ту или иную тему? Конечно же, это вычитка текстов. Также веду переговоры, решаю какие-то моменты с пресс-службами, договариваюсь о будущих интервью. Вот. Конечно же, это мониторинг постоянный соцсетей, сайтов, конкурентов наших, что мы дали, что, возможно, мы пропустили и нужно срочно дать. То есть определение приоритетов выхода новостей. Также уже ближе к концу дня уже анализирую количество просмотров по каждой новости, где мы попали в цель, что интересует нашу аудиторию, что, может, где-то недоработали, и нужно будет взять это в работу в следующий раз. Ну, уже после полуночи можно посмотреть статистику, аналитику за день, какова была посещаемость сайта, время, которое провел каждый пользователь в среднем на просмотре, да, за сеанс. То есть и сделать соответствующие выводы для того, чтобы работать более качественно в следующий день. Сколько новин в день у вас выходит? Ну, в день примерно около 30 новостей. Ви тривалий час працювали у друкованих ЗМІ. Зараз це для вас такий вже новий етап, ви вже звикли до цієї роботи. Розкажіть, у чому різниця роботи журналіста у газеті, на відміну від інтернет-ресурсу, і у чому перевага саме інтернет-ЗМІ? Ну, я вибрала для себе інтернет-ресурс, оскільки, на мій взгляд, це більше відповідає потребностям читателей. То есть современный читатель в большинстве своем он получает новости из интернета. То есть особенно молодая аудитория. И для того, чтобы оставаться в профессии, быть востребованным специалистом, нужно учитывать все-таки потребности аудитории. Я работала действительно в трех городских газетах, две из которых закрылись, и такая же участь постигла очень многие печатные издания Мариуполя. Вот. Это, в принципе, ответ на ваш вопрос, почему именно диджитал. Да, это интересное новое направление, и что есть в диджитале привлекательного? Да? Это возможность оперативно подавать информацию, это мультимедийность, это возможность давать гипертексты с ссылками, чтобы читатель мог переходить и знакомиться с историей вопроса. Также это интерактивность, возможность общаться с читателями, которые мгновенно же реагируют на какие-то публикации, может быть, подсказывают новые темы для следующих новостей. Вот. Да, действительно, это очень интересно, динамично, и в диджитал ты не подвязан к верстке, ты не подвязан к типографии, то есть это очень все быстро и гораздо упрощает производственный процесс. Щодо ваших журналістів, Настю та Ярослава, з вами ви знайомі вже давно, адже ми разом навчалися в університеті, в одній групі на спеціальності журналістика, і, мабуть, входимо до такого невеликої кількості людей, яка дійсно працює за своїм фахом. Настю, розкажи для початку, чому ти вирішила для себе обрати саме журналістику? Що привабило у цій професії? Я працюю чуть більше 3 років тут. Це моя перша робота в сфері журналістики, сайт. И сейчас для меня это больше даже не профессия, а образ жизни. То есть журналистика всегда со мной. Нет такого, чтобы я вот 18:00, все, я закрываю ноутбук и я отпустила работу. Нет, это постоянно поиск инфоповодов, просто идя по улице. Это на выходных, когда ты не поехала с друзьями куда-то за город или на дачу, а идешь на какие-то события, мероприятия. Но это интересно, потому что постоянная такая деятельность, это знакомство с новыми людьми. Общение с людьми абсолютно разных профессий, возрастов, разного социального статуса, что очень расширяет кругозор. Я вот никогда бы не могла подумать, что, допустим, я углублюсь в изучение темы очистки ливневок. И уже через полчаса я буду писать о баскетболе. То есть это постоянный вот такой бешеный ритм и вот такая жизнь.
Ось, дійсно, це шалений темп. І я на початку сказала, що ви працюєте 24/7 без вихідних та усі свята. Бувало таке, що доводилося або ж пізно вночі щось писати, якусь новину, або навпаки, рано вранці, коли ще всі сплять, а вже потрібно видати щось таке сенсаційне, щоб люди могли зранку зайти на сайт та вже почитати її першими. Було таке? Бувало і таке. Починали іноді працювати. Настя, ну ти хоч не здивайтеся, але Юля розказує, що вона ночі працює. Всі подумають, що я вас заставляю працювати денно і ношно. Ну ви другий раз і віддихаєте, другий раз і віддихаєте. Воно того варте. Да, оно того стоїть. Іноді і по ночам бувало, да. І з 7 утра працювали, і по вихідним, але да, коли є события, ну, потрібно писати. Ярослава, про що тобі особисто подобається більш за все писати? Які теми ось прям твої? Ну, особливих тем в мене немає, таких, яких би я виокремив. Але справді, я долучився до команди 5 років тому, ще до офіційного нашого запуску. Тоді команда якраз тестувала систему, а я мав час на практику написання новин. І тоді такого сайту, який би так суворо дотримувався професійних журналістських стандартів, у Маріуполі не було. І зараз, мені здається, ми єдині у місті, які так професійно пишуть. Ну, принаймні, намагаємося. Окрім того, що наш сайт вирізнявся мінімалістичним дизайном і таким якісним добором тем. А з найулюбленішого в цій професії, в моїй роботі, це наша команда, наш дружній колектив і шанобливе ставлення і керівництва. І у разі... Та перестаньте, я із них вижимаю максимум. Я у вас зараз ніп над головою, я вам засяяв. Клянусь, эти ребята работают, ну извините, как автомат калашников. Вот, безотказные. Что мне больше всего в них нравится? Если, не дай бог, кто-то у нас выпадает там на больничный или еще что-то, другой человек всегда подхватывает. Вот чувство локтя, вот эта избитая фраза, а он до такой степени, я горжусь этим, что все члены команды радеют за общее дело. Это так ценно, это так важно, что когда приходит новый человек в команду, я помню, как приходила Настя 3 года назад, как мы ругались с Ярославом. Я бываю как сатана, я вам серьезно говорю. Но никогда на каких-то мероприятиях командных, да, чувствуется, видя их в глазах, что они действительно хотят быть лучше, хотят стараться, делать больше. Когда уже говорят, все, ребята, там лента закрыта, давайте отдыхать, а мы вот еще вот это нашли, а мы еще и вот это. Поэтому я просто уверен, что вот эти ребята, которые сидят перед нами, и Ярослав, и Настя, и сейчас то Аня, сейчас, например, Остробородько работает на ленте, пока мы с вами разговариваем. Хижник, я больше чем уверен, что-то еще ищет, или Болиос тоже, они где-то что-то выдумывают, но я, вот они, вот, знаете, как вот фанатики, в хорошем смысле этого слова, в хорошем смысле этого слова, потому что всегда можно на них положиться, и, может быть, конечно, да, вопрос, каждый из них имеет такое же право голоса, как я или Юля, мы всегда обсуждаем. Усе рівні. Последнее слово за мной, в любом случае. Но я всегда прислушаюсь к ним. И вот мне бы вот хотелось, чтобы вот они рассказали, как им хватает, ну, духу выдержать этот темп. Потому что темп работы сумасшедший. Настя, просто сумасшедший. Я ждаюсь. С трудом. Нет, на самом деле, я же говорю, мне это очень нравится. Это прям про меня, для меня. Поэтому мне нравится быть в бешеном темпе, постоянно в центре событий. Вот именно это и привлекло меня в журналистике. Ярослава, наверное, тебе за 5 років цей темп, цей ритм твого життя не набрид тобі? Ну, звісно, такий обсяг інформації, який ти приймаєш за день, стомлює. Але заважте, ми ж єдиний сайт у Маріуполі, який повноцінно працює на вихідних зранку до вечора. А коли свято чи фестиваль, ми працюємо і до 10-ї години, навіть у вихідні. Я не зустрічаю більше стрічок новин у нашому місті, які б так. Пасха, Новий год, любой праздник. Тобто, взагалі нет вихідних. От зовсім їх просто нет. Зовсім. Їх просто нет. Ну і головна нагорода, звісно, що за цю важку роботу – це ваші читачі. Юлю, ваша думка, вже пролунало у сюжеті, що 3 мільйони переглядів за місяць. Як вдалося цього досягти та
Скільки ви плануєте на ще витягнення, на який рівень? Ну, мы, конечно же, стремимся к большему. Не планируем конкретную цифру, но будем рады любому позитивному результату. Что касается увеличения количества просмотров, мы, конечно, держим руку на пульсе читательского интереса. Мы отслеживаем, что набирает больше всего просмотров. Даем эти темы более глубоко, акцентируем на них внимание. То есть хорошо просматриваются новости касательно строительства крупных инфраструктурных объектов. Да, сейчас в городе очень масштабные работы проводятся. Ремонты. Также касательно развития транспортной инфраструктуры. Все это не вызывает оживленный интерес. Так, дійсно, да, да. У нас очень много позитивных новостей. И как раз, мне кажется, и они дают очень большой массив просмотров, именно позитивный. Ярославе, скажи, будь ласка, чи були в тебе такі якісь особливі матеріали, над якими доводилося дуже довго працювати? Треба було дуже великий обсяг матеріалу перебрати, тобто підготовка була такою основною, і врешті ось ти можеш сказати, що ось це твоя одна, мабуть, з найкращих робіт, або ж просто, який матеріал тобі запам'ятався найбільше за час твоєї роботи та чому? Ну, такого матеріалу я не згадаю, але найбільше мені подобається працювати і більше часу витрачаю на матеріали про свята. Я вивчаю різні джерела, мені хочеться щось нове відкрити для читача, щоб йому було цікаво дізнатися про свято не з того, що він вже чув і почує десятки разів з телеканалів, з інших сайтів, і добираю постійно і світлини різні до цієї теми. Відшукую в архівах. От, на історичній темі мені подобається писати. Настю, які особливі матеріали спеціально для тебе? Я вспомнила сейчас, у нас когда-то была серия материалов, где мы раскрывали секреты людей разных профессий. То есть мариупольцам рассказали некоторые секреты официантов, поваров, которых бы, я думаю, они вряд ли когда-нибудь узнали. Володимире, ну ми вже говоримо про те, що 24/7. Розкажіть більш докладно про вашу команду. Скільки у вас взагалі є журналістів та взагалі усі ті люди, яких зараз немає в студії, але вони і прямо зараз працюють над тим, щоб усі читачі мали можливість слідкувати за останніми новинами з міста. Наша команда 9 чоловік, яка включає два сайти МРПЛ Сіті, сайт Маріупольського телевідення. Два YouTube-канала, один Telegram-канал, две страницы в Instagram, две страницы в Facebook. Что я забыл? Это вроде бы все, да? Но Telegram, да. То есть, ну это реально много. То есть TikTok. Хоть Ксения к нам и не относится, но мы ее постоянно мониторим. Признаться, мы представлены практически везде. То есть все, что связано с диджитал. Но, опять же, повторюсь, социальные сети – это больше как промо основной, и они подаются контентом больше аннотационно. Понятно, что там есть определенный фактаж, но для того, чтобы все-таки пользователь пришел на сайт. Я изучаю аудиторию ВСИ, то есть я могу точно сказать, какую новость прочитал, кто именно прочитал, пол, только вес, наверное, читателя я не знаю. Важко вызначить, да. Так. Google Аналитика позволяет делать максимальные анализы, практически любые, только нужно быть скрупулезным, серьезным и понимать. Плюс у нас панель админ очень хорошая, тоже дает хороший анализ. И, конечно же, то, что говорили ребята, и понятно, что мы изучаем ее. Но самое главное – знать своего читателя. Вот мы всегда ставим себя на место читателя. Что тебе конкретно интересно? Что интересно твоим родителям, твоим друзьям? Что их беспокоит? И, как правило, это всегда стреляет. То, о чем говорят в транспорте, на рынке, в магазине, по пути в школу кто-то. То есть это всегда очень интересно. Понятно, что есть ядро сайта – это 25-44, это почти около 40%, это такая активная молодежь, назовем ее, да,
в основном это где-то ближе к 60% это женщины. Комментируют, правда, больше почему-то мужчины, но, может, у них больше смелости. Но, опять же, повторюсь, все это ежедневная тяжелая работа всей команды. Вот просто, может быть, это легко так звучит, там, написать новость, или мало того, что они ее делают быстро. Плюс не надо, нельзя забывать, что мы единственное средство массовой информации в регионе, которое имеет свидетельство госрегистрации СМИ, Министерства юстиции. Мы единственное интернет-издание, которое, я этим горжусь. То есть то, что мы пишем, это так оно и есть на самом деле. Мы отвечаем за каждую букву слов, которые написаны у нас на сайте. До речі, Юлію, інколи і люди самі пропонують вам теми та стають героями публікації. І чи можна взагалі ось відокремлювати швидкість та правильність? Ось, адже інколи для того, щоб публікувати новину, треба її декілька разів перевірити. Як це зробити швидко? Як вам це вдається? Конечно же, нельзя сказать, что для нас приоритетом является быстрота перед правильностью. Конечно же, прежде чем новость появится на сайте, мы ее перепроверяем. Вот. И как оперативно получить ответ? Конечно же, есть налаженные контакты с пресс-службами, со специалистами. Мы связываемся с очевидцами, ссылаемся на них, перепроверяем у служб. Конечно же, для нас главное, чтобы это была достоверная информация. Настю, чи є інколи складнощі у пошуку ось цієї самої інформації? Ось, а що робити, коли ось тем нема? Ось все написали, а новину треба видавати, і де її тоді брати? Да, Настя, где ты берешь новость? Мне тоже это интересно. Я очень люблю темы в соцсетях находить инфоповоды, потому что это настолько живые темы, живые посты в соцсетях. То есть люди иногда с перчинкой пишут, на эмоциях пишут. Они делятся тем, что видят. И то, что сейчас в соцсети еще один источник инфоповодов, я считаю, это большим достижением. И оттуда и беру новости. Ярославе, а ты? Где шукаете новини? Ну, проблемы трапляются на выходных, когда ты уже сидишь, минає година, и ты не знаешь, где найти тему. И тогда я звертаюся до Володимира або до Юлії, або вони самі пишуть вам допомогти. Ну буває таке, справді, такі дні. Особливо після свят або на свята трапляються. Нельзя поставить просто какую-то новость. Это тоже очень важно. Это не значит, что просто забить дырку. То есть нас не будет уважать наш читатель. Так, это просто не будет уважать. Да, то есть можно, по большому счету, наша сегодняшняя жизнь, это просто океан информации, просто огромнейший поток информации. И вот зная нашего читателя, зная его приоритеты, зная его интересы, мы, конечно, подбираем и новости подобные, потому что новостей очень много, связано там с Украиной, с областью, да, по большому счету и в городе, очень много. Но есть же еще такое понимание, будет ли это интересно, будет ли это востребовано. Нет такой задачи сделать новость ради того, чтобы просто ее поставить на сайт. Это в принципе и исключается. То есть много же новостей заворачивается мною, либо Юлией, да, то есть мы обсуждаем, там вот есть вот это. Например, журналисты предлагают такую тему. А я такой, например, что можете привести, про что вы не будете писать? Ну, я могу, например, сказать, что это, например, мелко для нас, это неинтересно. А кому это может быть интересно? Или, например, это далеко от Мариуполя. Есть новости, опять же, мы знаем точно свою аудиторию. У нас на сайте есть много и новостей и по области, связанные с Украиной. Почему? Потому что аудитория нашего сайта, например, почти 25% это Киев и Киевская область. Скорее всего, это бывшие наши горожане, которые туда уехали, либо другие переселенцы, либо которых беспокоит жизнь в нашем городе, либо город наш на виду и те результаты нашего города, которым мы, безусловно, гордимся, интересны еще кому-то, жителям столицы.
Поэтому мы изучаем, опять же, есть темы национальные, которые интересны, которые важны и в нашем городе. А вы ж можете переглянути, з яких міст України вас дивляться? Конечно. А розкажіть, звідки ще цікавляться новинами з Маріуполя? Ну, у нас порядка где-то, наверное, 8% – это жители не нашей страны. Голландия, Бельгия, Америка, Канада где-то занимают, наверное, 6% по трафика сайта. Чуть меньше Беларусь, Российская Федерация, ну там практически очень мало. Вот именно больше вот те, которых я назвал. То есть это 8% трафика. Это великий відсоток, дійсно. Это очень много. Поверьте мне, это очень много. 8% это очень много на почти больше 3 миллионов просмотров сайта, но это довольно-таки серьезный показатель. То есть, опять же, это все сейчас легко говорить, потому что прошло 5 лет. Но чтобы завоевать читателя, недостаточно рекламы. То есть нужно, чтобы его зацепить, например, продолжительность чтения на сайте у нас больше 2 минут. Казалось бы, ну что такое 2 минуты? Да это, ну, на самом деле люди очень быстро читают. Просмотры сайта одного пользователя в среднем 4. Это очень большой показатель. То есть он зашел на главную страницу, посмотрел какую-то новость, еще на какую-то новость пришел, еще на какую-то новость пришел. То есть читатель зацепился. И я очень горжусь этим показателем. Потому что это очень, очень хороший показатель. Опять же, почему так произошло? Значит, я так догадываюсь. Вот эти 8% трафика с других государств. Значит, и наш сайт, это определенное доверие. Они верят то, что происходит в нашем городе, в области или в Украине. И они сделали, видно, закладку, и к нам заходят целенаправленно. То есть узнать информацию именно у нас. Но чтобы это произошло, нужно было завоевать это доверие. Поверьте мне, это очень сложно. Это с тем количеством сайтов городских, областных, национальных, других стран, количество телеграм-каналов, ютуб-каналов, социальных сетей, различных групп. Это, ну вы даже не представляете, это какая огромная конкуренция существует. Тем более, что сейчас, последние, наверное, года 2-3 соцсети, Facebook, Telegram, Twitter, другие источники информации, они себя позиционируют на уровне сайтов. Вот посмотрите, сколько сейчас появилось телеграм-каналов. С огромным количеством подписчиков, там 200-300 тысяч. Так и уважают себя полноценными ЗМИ. Да. И я всегда ребятам говорю, ну посмотрите, вот у них 200 тысяч подписчиков. Сколько посмотрели их новость? 60 тысяч человек? Ерунда. У нас больше. Так это национальный телеграм-канал с огромным количеством подписчиков, который там выдает информацию, непроверенную зачастую, жареную информацию, а мы отвечаем за каждую букву. То есть с кем они будут судиться? С телеграм-каналом? Что это такое? Это на заборе можно написать? Так. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Звісно. Юля, окрім стрічки новин, ваш сайт також пропонує, є такі розділи, як блоги та афіша. Про афішу ми трохи подивилися у сюжеті, про це дізналися. Про що ще ви пишете, окрім новин? Тобто, що можна ще прочитати у вас? У нас є рубрика «Блоги», ну, це Владимир, да, більше її займається. Вот, есть афиша, конечно же, ну и новости. Что анонсуете? Анонсируем городские события, то есть человек может выбрать дату и посмотреть все события, которые в этот день происходят в Мариуполе, посмотреть аннотацию под каждое мероприятие и выбрать то, что ему по душе придется. А у блогах, насколько я разумею, это думки таких мариупольцев, думки мариупольцев. Да, известных людей, чье мнение имеет вес. Зараз я пропоную зробити невелику паузу, подивимося сюжет, який продемонструє, наскільки багатогранна робота тих, хто працює на міському порталі Маріуполь Сіті. Дивимося. Дивимося.
За 5 років роботи сайт показав, що йому цікава не тільки своя безпосередня робота, а й співробітництво з усіма і в усьому, що позитивно впливає на подальший розвиток сайту і просування іміджу самого міста. Досить згадати музичний фестиваль «Мерпл-фест», який вперше стартував в нашому місті у 2017 році і за цей час успішно влаштувався у нас, в тому числі і завдяки співпраці з «Мерпл-сіті». У скарбничку співпраці можна віднести й роботу з юними учасниками програми «Зелений паросток», які вирішили використовувати новітні інтернет-технології для пропаганди екологічного мислення серед своїх однолітків. А щоб робити це професійно, пройшли майстер-клас у журналістів «Мерпл». Секретами електронної журналістики сайт охоче ділився і зі студентами міста Ужгород, які приїхали в Маріуполь, щоб зламати існуючі стереотипи про схід України та життя у фронтовому місті. Потім була робота з учасницями та переможцями регіонального конкурсу «Найкращі вчителі Приазов'я-2018», на якому відбір до фіналу проходив із залученням громадської думки через голосування на сайті «Марпл-Сіті», де й були розміщені 10 відібраних кандидатур. Є тісна співпраця з правоохоронцями, які в травні 2019 року звернулися на сайт допомогти провести підсумки конкурсу «Обличчя поліції Маріуполя». Тоді за перемогу змагалися понад 30 копів, а найкращих обирали маріупольці онлайн-голосуванням і свої голоси залишали на сайті «Марпл-Сіті». Будує сайт і тісний контакт зі студентами спеціальності журналістика Маріупольського державного університету, як з потенційними робітниками. Активна, креативна, творча особистість, яка прагне пов'язати своє життя із медіа, має унікальну можливість стати членом великої родини МРПЛ та Маріупольського телебачення. Інформаційні матеріали, резонансні події, аналітика, думки експертів та виключно оперативне висвітлення подій у місті та регіоні. Такий контент своїм читачам пропонує інтернет-портал, створений на базі Маріупольського телебачення «Марпл-Сіті», який за 5 років роботи увійшов в топ регіональних інтернет-ресурсів. Підтвердження тому – більше 3 мільйонів переглядів тільки за один місяць. Настю та Ярославе, розкажіть, а чи досліджуєте ви ось свою аудиторію на ваші новини, яка була реакція? Чи слідкуєте за коментарями або ж там за кількістю репостів, вподобань у Фейсбуці, наприклад? Тобто оцей фідбек, скажімо так, від читача, ну, власне, для того, для кого ви працюєте? Коли я тільки прийшла на сайт працювати, я заходила під кожну свою новину, читала кожен коментар. І зараз теж це відбувається, але раніше було дуже страшно. Очень переживала, если был какой-то негатив, это все, я буду весь день об этом думать, я буду анализировать. Сейчас я это все принимаю, я понимаю, что у каждого человека есть свое мнение, которое он может выразить. Тобто з роками трошки простіше. Да, да, проще. Но я все равно переживаю и перечитываю каждый комментарий. Ярослава, як ви? Я із задоволенням читаю коментарі, є у нас постійні вже коментатори, і реагую з задоволенням. Вони виправляють мої помилки в матеріалах. Я вдячний за це нашим коментаторам, за їх уважність. І... Володимире, ось це ціле кіно. Якщо це розказати, це ціле кіно. На самом деле, якщо вже бути зовсім відкровенним, я їх ще заставляю це робити. Тобто, що робота журналіста не закінчується. Не написав і забув. Да, і забув. Ні. Потому что действительно есть уточняющие вопросы. Или вот Юлия говорила об этом, что это может быть продолжение темы. Потому что читатель говорит, а вот есть еще и вот такая там проблема. А вот мы знаем вот такой вот еще, например, факт. Или вы еще чего-то такого вот, например, не знаете. А соцсети еще позволяют связаться с этим человеком. Говорят, а пришлите нам. Или по большому счету люди у нас есть очень активные. Есть, не буду говорить, кто постоянный человек, который мне все время звонит, и он с ним разговаривает так, Вова, вот он, откуда он знал мой телефон, я вообще не знаю, или мой личный номер телефона, мне звонит, говорит, Вова, а вот ты знаешь, а вот там вот произошло что-то. Вот самые такие вот темы, это когда ночные заезды, ну вот возьми эту тему и все, ну вот все, пока ты не напишешь, я от тебя не отстану. Вот ночные заезды, то есть я благодарен таким людям. Правда, это же здорово, что есть несколько представителей СМД, которые говорят, сейчас у нас тут бомба есть, сейчас у нас тут есть бомба, мы сейчас вот тебе расскажем, это будет бомба. Высадили клумбу, да? Да, я говорю, ну давайте, ну что ж там, ты там уже нарисовался, чуть ли не космический корабль, чтобы приземлился, а там мы тут там, вырезали из чего-то, сделали там дельфина, например, ну, господи, ну что ж это чудово. Ну, почему вы об этом не пишете? То есть, бывают такие интересные вещи, что касается комментариев на сайте,
Есть очень смешные комментарии, которые нас забавляют, которые нас обижают. Как с этим негативом справляться? Ну, если на все обращать внимание, но можно сойти с ума. Я все время твержу всем в своей команде о том, что не смотрите на конкурентов. Мы сами себе являемся конкурентами. То есть надо смотреть только исключительно на свою работу, идти вперед. В связи с тем, что я экс-железнодорожник, я очень люблю это выражение, что впереди никого, мы локомотив, мы должны двигаться вперед. Если мы будем останавливаться, ну это будет неправильно, у нас не будет возможности. Мы все время должны быть заряжены на эту работу, на коммуникацию. Ну, конечно же, я очень благодарен нашим читателям, которые присылают нам информацию. Конечно же, не так. Они верят в успех, скажем так, решения проблемы за счет сайта, телевидению большего там доверия, да? Но ты понемногу эта тенденция меняется, что больше пишут, а помогите решить этот вопрос, а вот этот, а вот посмотрите, какое у нас есть видео или фото. Да, есть вещи бытовые, есть вещи, которые я объясняю, что мы это не сможем публиковать, потому что это ваш личный конфликт соседей, мы его не можем разрешить. То есть мы не будем выступать площадкой вашего спора, ругни и тому подобное. Но они обижаются нас, ну почему? Вот. А вот другие вот пишут, говорят, ну мы не можем опуститься до этого уровня. Но это тоже здорово, реально здорово. Настя, есть что додать, так? Да, соглашусь с Владимиром, иногда комментарии – это прямо инфоповоды. Я помню, когда мы писали об обрезке деревьев, люди начали интересоваться, как это происходит, где, какие локации. Некоторые стали рассказывать о своих локациях, где, по их мнению, деревья вырубают незаконно. И мы написали по этой теме целую серию материалов. И таких инфоповодов очень много, и очень интересных. Вот. Хоча, звичайно, люди... така тема, так? Да, вот. Да. И люди сами предлагают, и в комментариях очень много, да, интересного можно найти. А по поводу дворов, ОСМД. Вот вы написали про этот двор, а у нас не хуже. Вот глядя, как у нас. Написала, да что ж вы так вот, да. То есть, понимаете, самое простое. Последний разговор, наверное, был вчера или позавчера. Они покосили траву во дворе. Ну, как бы, да, от амброзии избавились, сделали там, пригласили там баяниста, не знаю, устроили праздник двора, говорят, напишите про нас. Я говорю, ну а что у вас произошло, что вы сделали, там ремонт, может еще что-то. Нет, вот мы же покосили траву, вот. Ну, для праздник, да, дети, вот у нас вот все было здорово. Я говорю, ну я понимаю, но нас остановило. Столько было обид, вы не представляете, я уже извинялся. И говорю, ну вы поймите, ну мы не можем, как бы, ну это чуть-чуть не та тема, которая, может быть, не совсем будет интересна нашим читателям. Не, ну вы что-то написали про тот двор или про это. Я говорю, ну вы поймите, там мы установили площадку, там все совсем по-другому, там проведена большая работа, которая была большие инвестиции. Это согласно программе, но это чуть-чуть другой вес. Но вот такое вот бывает. Ну, не буду стесняться, я буду извиняться перед каждым таким читателем. Мнение всех их дорого, мы боремся за каждого читателя. Но мы пытаемся держать определенный уровень тех новостей, и отбор новостей для нас, конечно же, очень важен. Юлю, як гадаєте, майбутнє у журналістиці, де все ж таки, кого будуть дивитися більше? Телебачення, радіо, газети або діджитал? Я считаю, что, скорее всего, традиционные медиа и новые медиа интегрируются на диджитал-площадку. То есть это всего лишь вопрос времени. Мы уже сейчас видим, что не только молодежь, но и даже люди пенсионного возраста, кому за 60, смотрят телевидение через интернет, слушают музыку, читают новости. То есть диджитал, он плотно вошел в жизнь людей от мала до велика. Конечно, среди молодежи процент потребителей новостного контента он выше. Но тем не менее, я вижу, что диджитал – это за ним будущее. Это интерактивность, это оперативность, это возможность быстро контактировать, видеть реакцию, получать от нас тоже соответствующую реакцию на обращение читателей. То есть вот за этим будущее, да? Ну, і якраз такий яскравий приклад цієї кооперації – це телебачення, наш телеканал «Маріупольське телебачення» та, власне, ваш сайт «Маріуполь Сіті». Володимире, розкажіть, будь ласка, докладніше про те, як ми спільно з вами працюємо над створенням такого, можна сказати, одного якісного контенту. Ну, ви знаєте, це така удача,
что у нас есть доступ к МСН, Мариупольской службе новостей, потому что побывать везде невозможно, увидеть все невозможно. А когда есть еще коллеги, которые поехали на тот или иной, снимать тот или иной сюжет далеко, там, например, в Приазовье где-то или где-то в городе, где, куда мы, например, мы не можем попасть, чисто физически. Ну, это так классно. То есть Мариупольское телевидение дает нам возможность получать информацию раньше. Это нам, знаете, это дополнительные руки, как у Шиву. Плюс не будем забывать, что для нас МТВ, ну, это в любом случае старший брат. Потому что мы все живем одной семьей, и кооперация друг с другом – это очень важно. Обмен информацией, получение фото, видео, ну, это просто здорово. И сейчас вот Мариупольское телевидение, наверное, единственное телевидение в регионе, которое представлено на всех и диджитал-площадках. Но это очень большой плюс, когда имеет свой промо в качестве мариупольского сайта, ну, сайт МТВ, да, есть информационный портал МРПЛ Сити, и плюс все эти площадки, которые я говорил ранее. Ну, это просто классно, когда МТВ, оно является таким определенным монстром. Плюс давайте не будем забывать, что у нас есть еще и радио Мариуполь ФМ. И не будем скрывать, что ежедневно Мариуполь ФМ в интернете на нашем сайте слушает 4000 человек. И вот Андрей Гринюк работает не только голосом, да, для МТВ, записывает все ролики, которыми мы тоже так же гордимся, что все ключевые ролики в городе озвучивает наш коллега. Ну, это здорово. Плюс есть еще и на нашей радиостанции. Поэтому мы усюди абсолютно тотально завоюємо. То есть, да, то есть все, что сейчас интересует, но чем хорош Мариупольская Мариуполь ФМ? Отсутствие рекламы. Если есть доступ к интернету, это музыка. И мы с ним вот недавно общались, он делал анализ, что если у нас, помните, я говорил, всего 8%, то там половина это вообще с другой стороны. І слухають, і цікаво. І слухають іменно Маріуполь ФМ. Ну, це клас. І вже на завершення нашої розмови залишаються лічені хвилини. Давайте підіймемо підсумки. 5 років пройшло. Яким бачите сайт, наприклад, ще через стільки ж років, таким бачите себе? Юлія, давайте розпочнемо з вас. Я бачу сайт регіональним лідером з багатомільйонними просмотрами, с интересными остросоциальными темами, который является локомотивом для всех. Но что касается меня лично, я вижу себя человеком, который любит свою работу. Настя? Я думаю, что успех сайта, то, чего мы сейчас добились, это благодаря коллективу. Мы все друзья. И я думаю, через 5 лет коллектив станет больше, но останется таким же дружным. Появятся какие-то, за счет увеличения количества людей, журналистов, появятся новые актуальные рубрики, может быть, какие-то будут, новые проекты и, ну, расширение аудитории. Мы будем везде. Ярослава. За зарату у майбутнє невдячна справа, тим паче будувати плани. Ну, я гадаю, що ми будемо працювати з такою ж відповідальністю. И, Володимир, ваше заключное слово. Для меня самое главное не разочаровать читателей, не разочаровать своих коллег, чтобы мы находили время на позитив. И, конечно же, работа для нас очень много значит для всех. И вы, наверное, обратили внимание, что любой член нашей команды, он горит работой. Но они не дадут соврать, я все время им твержу, что нужно еще и отдыхать. І от в ближайше время ми всі вместе з ними віддохнемо. Що ж, колеги, дуже дякую вам усім за розмову. Від себе бажаємо, щоб усі ваші очікування, побажання, вони обов'язково здійснилися. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були редактори та журналісти міського порталу «Маріуполь Сіті». На цьому наша програма завершується. В студії працювала Анна Дорохова. Побачимось з вами вже наступного тижня.